Ну и, наконец, еще один очень важный момент. Это особенность Deo Matiz. У Matiz'а есть регулятор тормозных усилий. Оно передает меньшие усилия на задние колеса, чем на передние. Это некий предтеча, аналог ABS. Если у нас давление достигает в задних контурах определенной величины, этот регулятор его сбрасывает, и задние колеса продолжают, хоть и подтормаживать, но вращаться, чтобы автомобиль не сносило в занос. Объясните это парням, которые делают техосмотр автомобилей, загоняя задней осью, выжимая тормоза, и когда передние колодки уже зажаты в тиски, и автомобиль просто никуда не может деться, хитрая система сбрасывает давление из заднего контура. Колесо продолжает вращаться, а вам пишут банан, грубо говоря, в диагностической карте и говорят: парень, у тебя коэффициенты торможения не соответствуют.